Хей, йоу, всем привет, друзья, с вами снова Спайк, со мной сегодня Гуля, Леон и Фокус, и сегодня мы будем играть в прятки с новыми предметами. Всем привет! Всем привет! Всем приветик! Всем привет! В этой серии мы сыграем в прятки с суперспособностями, невидимостью, уменьшением и телепортацией. Для победы необходимо найти 5 алмазов, за которые можно купить оружие и победить охотника. Если тебе нравится наш контент, то ставь лайк, подписывайся и жми колокольчик обязательно. И приятного просмотра. Ну что, друзья, давайте переходить к выбору роли, и я хочу сказать, что я очень-очень жажду, мечтаю в этой серии поиграть за того, кто будет искать. И я надеюсь, что именно эта роль мне сразу же и выпадет. Так, нет. А я надеюсь, что у меня наоборот будет. Так, ну-ка. Так, давайте-ка я, оп, и кто у меня? Ну-ка. Ладно, а кстати, а тут надо говорить или нет? Ну вообще надо, да. Ну, по идее надо, блин. Ладно, ну короче, я портальная пушка. Так, блин. У меня уменьшение, у меня, и Боя, получается, будет нас всех искать. Блин, ну что ж. Не хочу искать, мама. Ну зато у тебя есть, смотри, меч на 26 урона. Так, ну я... А нафига мне нужен, если я ищу? Да ладно, Бор, не расстраивайся, сейчас быстренько нас всех найдешь, накажешь, так сказать, ну и все. Так, ну а я превращаюсь, получается, в мини-версию себя, смотрите. Так, как... а я заряжаю свой портал. Так, у меня что? А сколько у тебя зелий? Сколько зелий? 5 зелий по 10 секунд. Ага, ну все, Боря, ты в курсе, да? Так, ну что, ребят, погнали? 3, 2, 1, побежали, погнали. А мне сколько вам лучше времени-то дать, там, чтобы как-то... Или сразу прям идти вас почти? Ну сразу, я не знаю, мне кажется, сразу это слишком как-то жестко будет. Я думаю, что нам нужно время секунд примерно... 30, думаю, или 20, секунд 30, может. Да, наверное. Или, как мы обычно играли, это до первого алмаза. То есть, ну я уже сейчас, нашел один. У нас преимущество. Ну все, можешь, в принципе, наверное, выдвигаться действительно, потому что, как бы, я-то тоже алмаз уже нашел. И я опа! Тоже. Так а что, вам два уже осталось или что? Не-не-не, опа. Так каждый должен искать по 5, получается. Каждый по 5 алмазов. Так, получается. Что-то... О, Гуля, ты чего? Подожди, а кто, что это за... А, это портал. Опа! Опа, опа! Ты сам умный, что ли? Да, стараюсь быть. Так! Леон побежал! Блин! Я его отвлекаю, давайте быстрее там... А ну-ка, сюда иди! Перемещайтесь! На самом деле... Блин, портальная пушка, это жесть! Опа! Быть маленьким не так уж-то и плохо, в принципе. Я бы даже сказал, это очень круто на этой карте, потому что она такая вся состоит из каких-то маленьких... предметов, и, соответственно, по ним бегать прям одно удовольствие. И меня очень сложно найти. Так, минус один, я так понимаю, да? Погодите. Или что? Да, просто слишком сильно я пользуюсь этой портальной пушкой, что меня очень сильно лагает. Так, подожди, кто тут зелье пьет? А в этом и прикол этой пушки, потому что ты, если начинаешь сразу между этими порталами прыгать, то просто все каким-то очень непонятным становится, по моему мнению. Блин, ты уже убежала, да? Я пытаюсь воздух убить. Насколько я понял, у Гули осталось всего 2 зелья, потому что их изначально было... Привет. Ай! Так, не пали. Давайте прячься. Подожди, Гули, какой привет? Там тебе сейчас Боря найдет, и нам обоим будет привет. Так, тихо. Кстати, еще твои порталы остались, так что можете воспользоваться порталами. О! Видите, ребята, я вам что оставил, порталы? Это, хоть кстати, меня нет. Это очень полезно, на самом деле, это супер полезно. Так, нужно... Ого! Опа, ой, я слышал какие-то... Офигеть, что сейчас с предметами с нами было? Я это видел, на самом деле. Гуль, да, не бегай! Ой. Ничего себе ты нашла, прикольно. Так, это... Так, что происходит, я не понял. Походу, тут все уничтожено. Сиди отсюда, Гуля, иди отсюда. Так, кто-то пьет зелье опять. По-моему, меня сейчас спалят. Кто-то пить зелье. Кстати, я хотел сказать, что по зельям очень слышно, где... Ну, примерно, где находится человек... Ну, Гуля, получается. Ну что, где вы вылезаете, давайте? Это вообще такая фиговая вещь, потому что, блин, их очень мало, они закончились уже. Но, тем не менее, Гуль, ты прожила уже дольше, чем... Опа! Больше, чем я, как минимум. Да, я согласен. Хотя у меня были порталы. Так, Борь, давай ты не будешь за мной идти, давай ты пойдешь за Гулей лучше. Так, тихо. Ну, тоже не надо. Он за мной идет? Нет? Нет, а за кем ты идешь? Я не знаю. А я тут летаю, вообще никого не вижу. Так, Фокус, ты же меня заметил, 100%, нет? Ну, так ты мелкий, я тебя потерял сразу. Да, кстати, мне кажется, вот преимущество самое большое, когда ты маленький, потому что, наверное, можешь быстро очень скрыться. Вы думаете? Ну что, Гуля?
Да, мне кажется так. Ты как вышла, я не понял. Через портал или что? А, я последний остался, что ли? Что? Да, ты последний остался. А у тебя сколько алмазов вообще? Ну, у меня... Ай, я не... У меня дошло только два. У меня три почему-то, хотя я добыл же еще один. Опа. Три алмаза? Сюда. Так, так и, по-моему, тебе фокус... осталось еще два, и все. Чего-то кто-то бегает, по-моему, вот в этом месте. Либо мне, конечно, показалось. Блин, ты еще прыгать можешь, тебя вообще нереально будет, наверное, найти. А, ну, не знаю, не знаю. У меня остался последний алмаз, и, честно говоря... Честно говоря... Кролик сраный прыгает. Мне кажется, спайк — это как иголка в сене. В стоге сена, да. Да-да-да. Так что у Бори такая сложная задача. Но при этом я на самом деле сейчас очень боюсь выходить отсюда, ну, где я спрятался. Потому что, блин, потому просто что... Просто тут даже я летаю в спектаторе, я-то тебя не вижу, а тут Бори бегает. Как это, ну как? Это такая была дырочка, куда я залез. Ну, не понял, ты его где-то спалил? Я, да. я видел, где он тут в углу ходит, но я подумал, он убежал, но потом он сказал то, что он что-то спрятался, и я решил проверить угол. Я нашел 4 алмаза, честно говоря, я был близок, и я хотел сейчас выбежать оттуда и в портал сигануть, типа, но, к сожалению, у меня это все дело не вышло, но первый раунд был, в принципе, неплохой. Погнали, сыграем еще и посмотрим, может быть, кто-то все-таки сможет победить. Итак, интересно, у кого же сейчас будут какие роли, и я бы, честно, хотел играть за главного поисковика. Россия. Давай, давай, ой, давай. У меня невидимость. Так, а у меня уменьшение. Так, ну-ка, так. Ну-ка, у меня портальная пушка. О, да ладно! Да ё-моё, дайте мне попрятаться. Блин, серьезно? Так, ну ладно, Борь, там, не обижайся. Ты можешь стать профессионалом. Погодите, Боря... Он снова ищет, да, он снова ищет. Но смотри, давайте вот следующий раунд точно я буду искать, потому что, ну, я реально хочу поискать, мне прям хочется. А кто, ну, остальные просто роли себе зароляют. Ну, ладно, ладно. Так, ну что, погнали? Погнали, 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 погнали. Так, ну, даем вам времени до первого алмаза, как обычно. Давай, 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 давай. Ну, а давайте не будем ему говорить, когда будет первый алмаз. Так у вас будет достижение, по идее, в чате, но я подумал о том... Коля, ты все спалила! Я подумал о том, что можно просто никогда не брать алмаз, по идее. Можно их сначала выбить и потом только взять, да? В принципе, это меня... Если что, алмаз уже есть. Да, это понятно, это понятно. Опа. 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 Да, да. Кто тут забрал? А Бобус, блин, забрали там, забрали там, забрали. Бобусиха, видимо, какая-то забрала, да? Опа. Да какая-то, да, Бобусиха, блин. Опа. Опа, опа. Опа. Боря, пожалуйста, не охоться на меня. Да, иди сюда, да как попасть, блин, по мелкому? Я хочу еще сказать, я хочу сказать, что за мелкого есть еще один лайфхак, то что через стены можно смотреть, ну, типа... Реально? Я не знал этого. Легко с виду скрыться и невозможно попасть, да иди сюда. Так, я, блин, тут портал игульный, я чувствую, что тут уже никаких алмазов нет, да? Давайте ищите быстрее, я его тут отвлекаю. Ах ты, Гуля-бобусиха, все забрала. Так, да, пытаемся. Давайте, давайте быстрее, потому что он тут именно за мной бегает, а Гуля вообще, кстати, не слышно. А Гуля вообще решила конкретно запотеть после проигрыша в прошлом раунде, она прям... Да, Бобус, ну... хватит за мной бегать, давай уже за кем-нибудь другим. Да, так давайте просто, блин, я тебя зафигачу и все. Нет, давай за кем-нибудь другим, за мной неинтересно так, бегать. Так, а подожди, а... Ты тоже какой-то забрал? Ты реально, опа, реально опа. Не можешь поймать? Ну да, так мы бегаем с одинаковой скоростью. А подожди, как, кого? А вот так вот. Ты телепортировался куда-то или что? Да, у меня телепорт работает. Так, я видел портальчик один интересный, но Гуля его закрыла уже, к сожалению. И она находится в другой части карты, как я понимаю. Это что такое, Гуля? Стой, подожди! А что за взрыв был? Не спуши, Гуля! Гулю нашли! А взрыв это метеорит, походу. Привет. 4 алмаза, 4. Так, привет. Привет. Так, нам тут надо вообще конкретно не спалиться. У Гули было 4 алмаза, и они все канули в лету, можно сказать. О, погоди, а мы можем с тобой объединиться? Ну, я думаю, что... Я думаю, что если мы объединимся алмазами, это будет немного нечестно как-то. То Фокус на нас обидится. Я думаю, что да, Фокус на нас конкретно так обидится. Так, где вы? Единственное, я что...
Так, ну тут ты нас точно не найдешь, но, блин... Погоди, я же через стену могу смотреть. Так, ну фокус сейчас находится прям, так сказать, посередине. Ага, я понял. Так, ага. Я тогда выхожу, наверное, на разведку. Блин, надеюсь, это было не очень громко. О, так он ушел, кстати. О, он рядом, блин. Ой, ты видишь? Он очень рядом с нами, он сейчас прям очень с нами рядом, хочу сказать. Ой, он чуть меня прям сейчас не спалил. Ладно, это был блеф. А фокус так начал оглядываться. Ладно, так сказать. Ё-моё. Опа, здравствуй. Так, я надеюсь там... Попаду! Иди сюда, невидимый ты! Да, у меня осталась последняя невидимость, это сложно. У тебя последняя невидимость? Да. Послушать. Так. Да, вот он мог деться за 10 секунд. Так, подожди, сейчас. Тихо. Он тебя там почти нашел, что ли, или что? Я не знаю, кого он нашел, но точно не меня. Так, я надеюсь, что и не меня тоже, потому что я тут это... А, я его только что видел, кстати. Так, тут сундучок у нас. Я только что видел, осторожно. Дал. Блин, портал опасный, Гуля успела поставить перед смертью. Плохой портал. Не, портал Гуля очень хороший поставил. Помог, да? Ты что нашими порталами? Здесь есть, ё-моё, офигеть. Ты порталами можешь пользоваться? Так, ну все могут пользоваться, я думаю. Здорово, фокус. И пока. Тогда мне портал не очень нравится. Так, фокус, сейчас я тут через стены кое-что гляну. Что за блин? Погоди, фокус прям просто по воздуху бьет, по-моему. Я пытаюсь спайка зафигачить. Так пытаюсь. Меня там уже давно нет, я думаю. Ну так я не вижу, где ты есть, так. Ой. Я вижу Лимона зато. Это была ошибка. Это не я был. На самом деле, я... Иди сюда! Нет! Ай-яй-яй! Да как ты... Как ты... Да ну, пожалуйста, стой на месте! Нет! Мне кажется, мне тут не вы... Я пошел спайка тогда искать. У меня 5 алмазов! Все! У меня 5 алмазов! Все, я победил! Первый есть, можно сказать. Я тебя сейчас. Так у меня. Я уверен, что мы дойдем. Я не знаю, но у меня 5 алмазов! Иди сюда! Давай быстрее! Так, все, я купил! У меня 5 алмазов, а теперь ты иди сюда! Подожди, начал Леона сфигать сюда! Нет! Спасти рядового Леона! Блин, а эта штука теперь. Все. Эй, а кто мой? Фокус, ты мой алмаз? А, не украл. Все нормально. Это у тебя какой алмаз получается? Это у меня был 4-й. А. Но оставался только 5-й и все. Блин, ну жесткий раунд на самом деле. Победить фокуса в этой мини-игре реально сложно. Ну что, погнали, сыграем еще, где я уже буду. Поискового робота. Ну что, в этом раунде давайте я буду охотником. Я сразу же забираю. Погоди, я тоже хочу быть охотником. Ну, давайте мы еще один раунд сыграем, и ты будешь охотником. Ну, давай, хорошо, тогда я погоди, думаю, мне было. Нужно... Так, у меня невидимость, кстати, а я хотел попробовать невидимость. Хочу, у тебя невидимость, портальная пушка, но в целом портальная пушка тоже крутая. Так, у меня уменьшение. У Бори уменьшение, и это будет жестко, это будет сейчас, походу, конкретная уже месть. Блин, как прикольно бегает, когда мелкий. Так, ну все, идите, все, давайте. Меня... Ну что ж, я выдвигаюсь вас искать. Так. У меня первый алмазик есть. Первый алмазик, опа, кого я тут вижу, а ну-ка сюда. Так, да, сам... Потом спалился. Спайк скачет что-то в центре комнаты. Так, Гуля от меня хочет убежать! Ай! Я упал! Короче, Гуля отвлекает, мы тут можем пока свободно в ролике побегать. Давай. Я живая мишень. А давайте только делиться информацией, чтобы было понятно, так, где он находится. Так, вы бы все-то в одно место не бежали, наверное, да? А то как-то это палевно будет. Да, он уже не за мной. Так, куда-то ли он побежал? Блин! Ай, не попал! Так, ну ладно. Меня уже там нет. Я ж там видел сундуки где-то, но не могу теперь их найти. В принципе, надо Леона... Было... Опа! Так! Я опять спалился. Давай вторую зельку выпивай. Я выпиваю, короче, вторую зельку, потому что... Так, куда? Вижу! Ударил? Нет? Нет! Вот! Нет! Все! Ху! Минус один! Ура! Ай, как так. Ты меня спалил, я не понимаю. Ну, по следам, я же три круга пробежал. А я по следам. Бабусик! Я тебя даже не ожидал,
тут увидеть? Так, а ну-ка сюда! 4 алмаза опять, так... 4? А где вы столько находите алмазов? Она уже 4 алмаза нашла? Да. Фига себе, быстро как. Как? Так, ну ладно, я кладу ваши головы вот сюда и начинаю охоту за последним. Так, ну смотри, если Гуля где-то здесь была, то фокус вряд ли здесь будет, потому что Гуля тут... Хотя нет, я, кажется, знаю, где он у меня есть, но предположение... Блин, ну мне туда не запрыгнуть, к сожалению, но... Мне а фокус, хочу сказать, то, что профессионально передвигается. Так понятно, понятно. Но я вот когда играл за мелкого, было очень удобно ходить вот где-то здесь, потому что здесь вообще беспалевные такие места. Так, так, так. Ну, фокус еще же есть этот, как он там называется-то? Волхак, потому что он может видеть через стены! И фактически, я думаю, что все согласятся, что быть мелким — это самая прям имба. Так, ну где да, ты быть, реально? Быть мелким — это вообще жестко. Но у него нет преимущества в том плане, что, ну, он же не знает, где тут сундуки, он до этого был охотником. Да, но я должен был смотреть, где они находятся. Так, ну что ты, иди поищи куда-нибудь. Ну, я думаю, что он запомнил, где сундуки, почему-то мне так кажется. Так, ну сундуки переспавнились вот в этой части, но он их тут не собирает почему-то. Блин, я не знаю, не знаю. Тут я проверил, тут тебя не было. Так, кто-то наверху сразу тут забрал сундук в начале раунда, по-моему. Так, ну, блин, может быть, в стене? Нет, в стене нет. Опа, сундук сломанный. Что, нереально его найти, да? Слушай, вообще сложно, вообще сложно. Еще ночь, походу, да, у нас начинается. Так. Так, так, так. Ну, блин, алмазы это тоже сложно найти, знаешь ли. Так. Да, алмазы, алмазов много, на самом деле. Я вот очень немного сундуков увидел, я бы уже все забрал. Да, я тоже вижу, на самом деле... Тут, кстати, еще можно паранойю такую нехилую словить, потому что кролики есть на карте. Опа, опа. Да, кролики меня отвлекают, на самом деле, очень сильно, потому что они тоже маленькие. И... Так, сюда! Так, что-то начинается. Ну как мне догнать? Как догнать? Как догнать? Фокус направо, налево. Фокус направо. Хочет в портал. Нет, не добывай. Да как тебе попасть? Где он? У тебя сколько уже? Сколько? 4. Где он? Где он? Осталось еще один алмаз, и все будет готово. А куда он побежал? А куда он побежал-то? Фокус, давай там все. Фокус, убегай, убегай. Что? Тебя не ударить, тебя не ударить. Ты слишком низко. Как? Во-во-во, беги прям. Я не знаю, как тебя ударить. Ты как-то ударил? Ну, смотри, алмаз прям перед тобой. Я не знаю, как он меня ударил. Сзади тебя, фокус, сзади тебя. Я его уже потерял, честно. Там вот на горке. На горке алмаз, на горке. Внутри машинки. Так, вы кому рассказываете? Блин, не пали его, не пали его. Вы кому рассказываете? Всё. Так, всё он добыл? Последний? Я добыл. Я бегу за покупать, короче. Короче, фокус уже в магазин бежит. Так, я тогда, подожди, я тогда тоже начинаю добывать алмазы, потому что, походу, мне тоже нужен этот меч, потому что у меня шансов нет. Ну, у меня и так шансов нет, блин, ну смотри, я... Ну ты смотри, я плохо пользоваться им еще умею, но... Давай фокус, вы с ними-то разлетелся, скажем так. Да, да, прям на ходу. Да, фокуса получилось найти, но не получилось догнать, к сожалению. Ну и что, сыграем еще один раунд? Использовал преимущество. Давайте еще один. Погнали последний раунд, где будет у нас охотником Леон. Ну что, друзья, мы все взяли роли, за которые еще не играли. То есть у меня портал, Гуля маленькая, фокус невидимка, и Леон будет бегать с вот этой вот штуковиной. А я, кстати, знаете, что вам хотел сказать? Да-да-да. Что? А вы готовы проиграть? Ну, как сказать? Если ты сможешь ударить Гулю в этом раунде хоть раз, то я лично пожму тебе руку. Все, погнали! Вперед! Давайте, до первого алмаза я жду. Так, до первого алмаза. Давайте-ка самое очевидное не брать, возьмем их попозже. Сразу пошел с порталом там, значит. Так, ладно, я тут, короче, сделаю вот так, вот так. Не хочу вам портить всю малину, но первый алмаз у меня. Ты меня портил. Все, я выхожу. Блин, я хотел в портал запрыгнуть. Так, кажется, я кого-то уже видел. Так, не видел. Так, я уже знаю, в принципе... Нет, с порталом, на самом деле, достаточно изично должно быть. А, не меня видел, реально? Ну ладно. Нет, тебя я не видел. Так. Так, ну мне, походу, хана, потому что я пошел, развернулся к спавну запрыгивать в портал, а портал убрали, как бы, и... Блин, зайцы реально очень сильно отвлекают, хочу сказать, потому что ты думаешь, что это кто-то из вас.
Ну что, это я, да? Погодите, вот когда Спайк молчит, значит он где-то рядом. Не, я просто максимально, на самом деле, сконцентрирован. Если ты молчишь, ты где-то рядом, я уже знаю эту тактику. Это вряд ли. Я просто с алмазом, у меня их уже 4, и я максимально сконцентрирован на том, чтобы победить. Погодите, а я ведь тоже могу алмазы добывать, правильно? Ну, вообще нет. Ой, а я провалился тут куда-то. Я надеюсь, не в мой портал? А, нет, не в твой портал. Так, ну ладно. А где все-то? Где вы? Я что-то никого не вижу вообще. Спайк уже все алмазы залутал. Да, это не я все залутал, это вы все залутали, потому что... Правда? Да. Зачем вам все алмазы вообще лутать? Реально, кстати. Реально. Хорошо мысль сказал. Погодите. Где-то тут только что был фокус, и походу я его потерял. А, ну вот невидимость жесткая достаточно, да. Да. Но, правда, на 10 секунд. Честно говоря, я вам хочу сказать, что с портальной пушкой, ну, это супер имба. И я хочу сказать, что я уже собрал все 5 алмазов. Реально? Да, но смотри. И ты уже взял меч? Да, но смотри, я предлагаю так. Раз уж, в принципе, остались еще выжившие, давай тогда ты их будешь искать дальше. А я просто в гейм мод 3. Ну давай. Это еще сложнее получается. Мне точно капец. Кстати, а мне нравятся такие правила, давайте. Но блин, смотрите, портальная пушка — это просто имба. Я не знаю, почему вы с ней не смогли затащить. Ну я 4 же нашла. Я не смог затащить, потому что у меня сильно лагануло. Да я что-то никого не вижу, где вы все? Я даже не играл с этой пушкой, так что. Вы хоть пару раз палитесь передо мной, а то вообще никого не вижу. Ну я начинаю тоже тут искать. За невидимку играем, мне и так тут. Так, я замечательно сейчас спрячусь. Ой-ой-ой-ой-ой, кто это стоит в этом месте легендарном? Так. Ладно, так, легендарное место. Так. Ну, а сколько у тебя осталось еще зелий невидимости? Так, он меня походу видел. Нет. По-моему, да. Не знаю, а ты смотри где ты, скажи где ты. Пять, просто. Опять кролик. Мне все равно капец. Ой-ой-ой. Это кролик. Опа. Я бы тебя... Ой, убил. Yes, минус один. Я бы тебя, Макс, не советовал, когда ты кого-то спалил со спины, и говорить: опа, нашел, давай сюда. Типа, это очень палевно. Так, ну Гуля я нашел, кстати. Гуля я вижу, Гуля движется в направлении. Блин, но на самом деле... На каком направлении? Я, кстати, всего один алмаз нашел. На невидимке реально сложно. На невидимке? А я вроде... Подожди, а я же победил на невидимке в том раунде. Или на ком? Да, на невидимке. А я, кстати, это, знаете, что подумал? Ну, хорошо. У ней по-любому уже 5 алмазов. Да, Гуля? Нет. Да, я думаю, ты врешь. И вот здесь магазин. Я буду стоять у магазина. Можешь что-нибудь у меня купить, допустим? Это тактика в каждой серии этих пряток, где надо... Ты лучше мне помешал алмазы найти. Это лучшая тактика, и мы и придерживаемся. Сейчас прям за пятым. Да. Так, я Гулю сам потерял. Но, блин, Гуля... Где? А чё он не выпал? Гулю сложно спалить еще здесь, где зеленый. Ну, зелёный... Я реально сливаюсь. Она сливается, зеленая на зеленом. Так, ну у Гули все, я так понимаю, 5, да? А, я ее только что видел за машиной, она вон она бегает. Но я говорю, ты ее вряд ли ударить сможешь, это просто... Ну я тогда ее у магазина буду ждать. Гуля, может просто... Ну, кстати, вот так... Давай, Гули, беги к магазину тогда, попробуй там взять. Я не бегу, потому что... Тебе нужно как-то быстро закупиться. Погодите, а смысл мне подходить? Это зачем? Зачем мне бегать, если она сама подойдет? Ну так, у нас игра до 5 алмазов, как бы, то есть, в любом случае. Не, ну у меня есть 5 алмазов, но меня же никто не убил мечом, правильно? Ну, так-то да. Так-то я живой, но... надо как-то с... Офигеть! А, взяла, что ли, реально? Да. Я даже не понял, как. А если... Ой. А что-то, Гуль, ты встала, походу. У тебя... Что-то я вылезла. У тебя компьютер такого детализированного меча просто не понял немного. Смотрите, покинула игру. Да, у меня пробить микрофон. Ну, что сказать, вот такая вот серия, непонятная концовочка спорная. В общем, напишите в комментариях, понравились вам такие прятки, может быть, какие-то новые предметы для пряток добавить, и в целом, по-моему, рубрика классная. Вот, надеюсь, что вам тоже зашла, если так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал Леона, на канал Гули. Смотрите ролики, которые видите прямо сейчас на экране, обязательно на них тыкайте, потому что они тоже крутые. Все, всем пока! Пока. Всем пока!